Торговый центр «Барс», основной поставщик овощей и фруктов для столицы, проверяли неоднократно. Часть замечаний торговые работники устраняли, но главное нарушение – продажу продуктов из контейнеров – игнорировали. Вчера специализированный контроль выдал строгое предписание – 25 контейнеров закрыть. Контейнер изначально не предназначен для реализации продуктов. Там нарушается режим хранения, продукты портятся. У нас работает торговых центров, подобных Барсу, 6, но нигде не происходит продажа с контейнеров. Как дальше будут работать продавцы, решать администрации торгового центра Барс. В любом случае, сотрудники контрольных органов подчеркивают, что продажи с контейнеров больше не будет. На вывоз продуктов и товаров торговым работникам дали 3 дня. Затем контейнеры будут закрыты. Итог проверки торгового центра «Барс» – штрафы в размере 2 479 тысяч тугриков. Ночная инспекция торговых точек выявила факт незаконного изготовления и продажи шашлыков. Товар готовили без соблюдения элементарных санитарно-гигиенических норм. Мы проверили продавцов шашлыков, мы и раньше проводили такие рейды, предупреждали, штрафовали. Теперь же конфисковали все оборудование. Вы сами видите, какого качества эти шашлыки. Неизвестно, что за мясо, какие специи, ароматизаторы использованы. Ощущение, что взяли просто железный прут со стройки, загнули концы и вот, пожалуйста, продают. По словам инспекторов госконтроля, продавцы шашлыка, повторно замечены в нарушении, теперь не смогут отделаться простым штрафом в 50 тысяч тугриков. Их ждет полная конфискация всего производственного оборудования. Долгарсурен Энгбилек, Аист, Монголия.